Уровень инфляции в 2017 году достиг показателя 7,1%, оправдав прогнозы финансового регулятора. По расчетам Нацбанка, тенденция сохранится и в этом году. Финансовым регулятором установлен более низкий ориентир в размере от 5 до 7%. Между тем, золотовалютные резервы Национального банка в прошлом году выросли на 4,7%, а базовая ставка достигла 9,75%. Напомню, в прошлом году она составляла 12%. Что касается укрепления тенге, то конкретных прогнозов на весь год финрегулятор не дает. Нацбанки советуют не искать математическую формулу изменения курса валют, а внимательно следить за ситуацией на мировом товарном рынке и не спешить с выводами. Очевидно, что на обменный курс влияют мировые цены на нефть в первую очередь и курсы валют в странах торговых партнерах. Об этом мы неоднократно говорили, но у этих факторов есть временные лаги. Это очевидно. То есть курс, вернее цена на нефть, которая формируется сегодня, по этой цене нефть будет поставлена не в этот же день. То есть ноября 2017 года, и сейчас мы наблюдаем, что идут достаточно большие продажи со стороны экспортеров, которые продают валютную выручку на рынке, ее предложение превышает спрос, в результате чего тенге укрепляется.